приближением Нового года все стилисты и шопперы составляют праздничные луки, в которых непременно должно быть все самое нарядное, самое праздничное и самое блестящее. Но есть еще одна концепция – универсальный образ на выход, тот, который пригодится не только на один вечер. Платье прямого силуэта – фаворит в гардеробе у большинства женщин. В будние дни оно выглядит строго и элегантно, а с добавлением декора прекрасно подойдет для новогоднего образа. Асимметричный крой платья выглядит всегда свежо, по-новому и нестандартно. Именно этого порой не хватает поклонницам консервативной элегантности. Асимметрия может быть представлена различными решениями. В данном случае акцент сделан на кружево. Институт цвета Pantone признал насыщенный синий цвет главным оттенком будущего года. Однако в данной ситуации прекрасно смотрится приглушенный синий. Достойным решением наряду с платьем может стать красивый тандем юбки и блузки. Для этого образа важно подобрать красивую и нарядную модель. Пайетки, блеск металла и страз, а также декор позволяют получить тот необходимый эффект для лучшего новогоднего лука. А в сочетании с джемпером юбку потом можно будет использовать и в стиле casual.